Здравствуйте, мои необыкновенные, благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим, чего он на самом деле боится относительно вас. Прописывайте ваши имена в комментариях для того, чтобы информация проигралась конкретно о вашей паре. Чего он боится относительно вас? Давайте смотреть. Ой, мужчина боится о том, что, знаете, говорит, я боюсь, что ты меня отпустишь, я боюсь, что ты найдешь кого-то другого, я боюсь, что ты буквально, ну, устанешь от определенных состояний в наших отношениях, знаете, когда наступит осень в твоей душе, и ты меня покинешь. Чего он еще боится? Боится того, что вы буквально замкнетесь в себе и перестанете с ним общаться, перестанете ему писать, говорить, отвечать, заблокируйте его в конце концов. И говорит о том, что я боюсь, что ты найдешь новую жизнь без меня, через других людей, через другие знакомства, через другое место проживания, либо же место положения. Чего он еще боится? Давайте посмотрим. Что вы найдете кого-то другого, кто сможет согреть вашу уставшую душу и разжечь огонь любви в вашем сердце. Ну что же, ставьте лайк, пишите «принимаем», «благодарю», непременно подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.